Аньясио, Мартамида, всем привет, друзья, вы на канале Music для K-pop, с вами я, Марта. Я вас об этом не предупреждала, но у BTS вышел новый клип на японском языке. Увидите название, Lights, если я правильно прочитала, потому что у меня проблема с произношением этого слова. Лига Хэтсу, я правильно поняла. Lights. Не знаю, короче, как читается. Я как всегда. Ссылку на оригинал видео я оставлю в описании. Вообще, он должен был выйти 3-го. Ну, как бы, Корея сейчас 3-я, уж как в Японии, я без понятия. Потому что я не знаю разницу между Россией и Японией. Но в Корее уже сейчас 1:00 ночи. У нас 7:00 вечера. И как бы, ну... Должно выйти 3-го, у них 3-е, у нас 2-е. Ну ладно, нам же лучше. Что ж, давайте смотреть. Если честно, я признаюсь, я смотрела, но я не совсем, вообще ничего не поняла. Но я хочу с вами посмотреть повторно. Да, я не смогла удержаться, я смотрела уже. Поэтому смотрим еще раз. Первый раз испугалась вот этого туф. И до сих пор боюсь. Лайс. Лига хата. Пришел зал маленький. Театр. Очень маленький зал. Очень красивое начало. Ой. Забыла вам сказать то, что этот клип без танцев. То есть очень странно. BTS, клипы и без танцев. Это, знаете ли, не BTS. Но, ладно. Смотрим. Закрыта дверь. Шенго грустит. И там дверь. Я вот не поняла, то есть типа они управляют временем или... Вышел, застыл. Тоха на него смотрит. Тихён. И сам застыл. Чтобы вы понимали, это самый длинный клип BTS. Самый длинный. И тут пришел Чимин и отомрил, как сказать, Чонгука и Тэхёна. Не удивляйтесь, почему Тэхёна называют Тохой. Я потом вам объясню. Попозже чуть-чуть. Ой,
А вот тут улыбка появляется сразу же. Либо это было снято, когда еще у Токи были синие волосы, то есть во время Boy with Love, или же он сейчас их снова покрасил, вот это я не знаю. Ну, наверное, когда еще был Boy with Love, наверное. Улеглись. Возможно, он и следит за другими. Я не знаю. Арен, это уронили. Я же говорю, времени не управляю. Хотел вместе с ними в этот кинотеатр. Пишите в комментариях плюсик. Я бы хотела. Теперь Джин наблюдает. Или смотрит. Не знаю. Язык Тахиона, как всегда. Тоха это Тоха, что еще сказать? Кстати, многие писали вот на японском канале в Японии или где-то, на японском канале вышло видео, на японской программе вышло видео, типа новости какие-то, где там были BTS, и они отвечали, должны были придумать типа предложение под слова. Там было 7 слов, и для каждого участника выбирает сам слово, какое хочет. И вот, и там, Чингук был в этой же розовой рубашке, так скажем. Пиджаке, как джинсовке. Джинсовка будет лучший выбор. Вот. И писали, что вот, это же одинаковое. Ну, я не знаю, я не заметила, потому что я смотрела это давно, это вышло месяц назад где-то, и я, если честно, не помню. Я помню, что оно было где-то одет в розовое, но я не помню, именно в это или не в это. Проинформировала вас немножечко. Секунду. No problem. Хотела вам сказать то, что мои самые любимые моменты — это когда Чунгук поет с рэперами и когда Чунгук поет с Чимином. Все связано с Чунгуком, но это прекрасно. Сочетание голосов вообще невероятное. Продолжаю. Они смогут самих себя. Очень странно. И Чимин что-то тоже пригрустил. Не поняла вот этого. Крестик шейкс. Все, закончилось. Ну, дальше там ничего такого. Ну что ж, ребята, вот такой вот клип. Если честно, я не поняла, что-то связанное со временем. Джин и Шуга следят за или смотрят все, что происходило или происходит с другими мемберами. Они замирают, управляют временем. Они в кинотеатре, они в каком-то зале, там какой-то большой экран. Я ничего не поняла, но без
BTS это BTS, что они делают какие-то странные клипы, где какие-то теории, где надо делать эти теории, где надо что-то разбираться. Но, знаете, если я послушаю какую-то одну теорию, я ни черта ничего не пойму. Это я. Ну что ж, ребята, вот такое вот видео. Кстати, будет скоро много реакций на другие клипы. Не BTS, не TXT, да, небольшой вам спойлер такой. Вот. Их будет много. Очень много. Достаточно много. Порядка 6 штук. Угу. И я постараюсь всех их выпустить завтра, если получится. Если получится. Все. Но клипика 2-3 точно выпущу. Ну что ж, ребята, на этом все. Ссылку на оригинал видео ставлю в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой клип в Инстаграм. Всем удачи, всем пока. Аньян!